Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Я продолжаю прохождение игры Scrapland. И судя по последнему выпуску, у нас два важных факта. Убийство мэра и то, что на эту планету прилетел человек. Ну, давайте, собственно, с ним пообщаемся. И узнаем, зачем он сюда прибыл. Просто так или его кто-то позвал. Это мы сейчас и узнаем. Только для этого нам нужно отсюда выбраться. Так, тихо. Давай, труба. Активируйся. Так, и в полицейский участок. Разумеется, где же он еще может быть? Так. Немедленно позвони мне. Ты не сможешь пробраться к камере человека без разрешения. Позвонить? Ладно. Давайте позвоним. Нам не особо сложно это сделать. Алло? Как же мне попасть к человеку? Ты должен превратиться в посыльного, взять трубку данных и записать в нее фальшивые разрешения, которые я пошлю тебе со своего терминала. Затем отдай трубку чиновнику и попроси его передать приказ. И после этого я превращусь в детритуса и смогу пройти, верно? Именно так. Стоп! Стоп! Так, хорошо. Я должен превратиться в посыльного, взять трубку данных и записать в... Да. Короче, ясно. Превратиться в посыльного. Так, превратиться в посыльного. Наблюдатель. Посыльный. Прекрасно. Возьми трубку данных. Эта трубка заполнена. Опустоши ее, а затем иди в трубочную комнату, и я пришлю разрешение. Ясно. Так. Вот это я попал. Странно, тревоги нет, а за мной охотятся. Или это глюк такой? Что? Что за прикол? Да фак. Эта трубка заполнена. Опустоши ее. Да шо за? В трубочную комнату, и я пришлю разрешение. Долбанные посыльные. Отдай. Эта трубка заполнена. Опустоши ее, а затем иди в трубочную комнату, и я пришлю разрешение. Так, я что, я сделал то, что надо? Что теперь-то? Не понял. Что за... Ты забрал ее все-таки. А ну, дай. Теперь иди в трубочную комнату, подсоедини трубку к машине, и я пришлю разрешение. Ага, я понял. Летим, летим, по-быстренькому, по-быстренькому. Да ешь. Теперь иди в трубочную комнату. Подсоедини трубку к машине, и я пришлю разрешение. Да я понял. Лечу, как только могу. Дай, давай. Даем.
Теперь идите в трубочную комнату, подсоедините трубку к машине, и я пришлю разрешение. Есть. Вроде бы как. Ой, забирай! Направляйся к чиновнику, который отмечен на твоем радаре, и отдай ему трубку. Так, и заберем батареи. Трубку другим пациентам. Да я уже это заметил. Направляйся к чиновнику, который отмечен на твоем радаре. И отдай ему трубку. Не позволяй забрать трубку другим пациентам. Так, уже увели. Давай, заберу все-таки. Направляйся к чиновнику, который отмечен на твоем радаре. И отдай ему трубку. Не позволяй забрать трубку другим пациентам. Придется начать заново. Вот это ублюдки, а! Теперь иди в трубочную комнату, подсоедини трубку к машине, и я пришлю разрешение. Блин, на последнем моменте обломали. Ладно, ничего, я справлюсь. Главное действовать быстро. И четко. Давай. На твоем радаре и отдай ему трубку. Не позволяй забрать трубку другим пациентам. Я должен успеть в этот раз. Да ну ё-моё. Направляйся к чиновнику, который отмечен на твоем радаре, и отдай ему трубку. Не позволяй забрать трубку другим пациентам. Это не так легко, как кажется. Очень хорошо. Теперь ты сможешь попасть в камеру человека. Фу. Так, только для этого мне нужно снова стать собой, да? Вот так вот. Ну что ж, операция со второй попытки прошла успешно. Отправляемся к человеку. Посмотрим, что ему известно. Привет, я могу войти? Отверждено. Можете войти. Спасибо. Ты человек, верно? Ты не так отвратителен, как рассказывают. Ты мой адвокат? За что меня арестовали? Меня зовут Детритус, и я хочу тебе помочь. Ты знаешь, что тебя обвиняют в убийстве? Но я прибыл сюда совсем недавно. Я владелец одной очень известной компании, разрабатывающей программное обеспечение. Это планета роботов. Людей здесь не любят. Не думаю, чтобы тебе удалось здесь что-то продать. Прости, что прерываю вас, но ты должен вытащить человека оттуда. Он невиновен, и это позволит нам разоблачить заговорщиков. Отведи его в здание прессы. Класс. И как же я это сделаю? Он же человек, его тут уничтожат. Быстро. И воскреснуть у него уже не выйдет. Ну, раз так, то потопали. Что ж ты медленный-то такой? Я нашел его! Я нашел его! Все
Давай, беги я за мной. Потерялся! Забери меня! Да шо ж ты за лох такой? Потерялся, в пару метров потерялся. Идиот. Придурок, имбецил, блин. Фу. Ладно. Фу. Ты перегородил городскую магистраль. Ты будешь уничтожен. Ты труп. Я потерялся. Да иди забери сюда, меня. Лох. Сюда, он здесь. Ну уже давай, шагай быстрее с этими булками. Стой! Не двигайся! На помощь, ты перегородил городскую магистраль. Ты будешь уничтожен. А, блин. Уничтожить правонарушителя. Ты труп. Давай, топай быстрее. Быстрее, сюда! Детритус, немедленно ко мне в кабинет. Так, ладно, с одной проблемой разобрались, теперь топаем дальше. Знаете, хотя я думаю, что мой начальник тоже как-то с убийствами связан. Правда, зачем просить меня их расследовать? Ну, ладно. К концу игры у нас все решится. Так, здравствуй, начальник. Здравствуйте, босс. Полагаю, вы знаете, что человек сбежал. Его найдут. А сейчас мне нужно, чтобы ты занялся кое-каким делом. В западном крыле я строю секретную библиотеку. Когда она будет закончена, там будет храниться наиболее полное собрание информации о жителях свалки. Но мне нужны кое-какие данные, которые есть только у чиновников. И я хочу, чтобы ты мне их достал. С чего мне начать? Часть данных постоянно перевозят с места на место специальные транспорты. Напади на них и собери данные, которые они сбросят. Но запомни две вещи. Ты должен собрать данные со всех транспортов, а уничтожать транспорты тебе нельзя. Ты чё не договорил-то? Что, опять глюк локализации? Ладно, я должен достать данные для библиотеки босса. Я понял. Детритус! В полицейском участке появились чертежи корабля, который пилотировал шеф полиции. Тебе стоит их найти. Я слышал поразительные вещи об этом корабле. Ну, как всегда, зрители и подписчики, кто знает, пишите, стоит ли мне отправляться в этот полицейский участок или еще куда-то там в поисках этих кораблей. Если и вам известно местонахождение этих чертежей, то тоже напишите, если стоит их взять. Вот, заранее спасибо тем, кто мне поможет.
Ну а сейчас топаем по другим важным делам. Как же далеко-то надо топать, а? До выхода. Реально, в этой игре просто огромные места в этих зданиях. Ну, ладно, не важно. Не беспокойся насчет полиции. Я подкупил их. Так что пока ты будешь нападать только на чиновников, они не будут вмешиваться. Хорошая информация. Давайте сохранимся. Так, только для начала давайте еще возьмем оружие. Я не туда лечу. Назад. Атакуют, я не могу понять. И зачем? Защитники? Ладно, я понял. Так, иди сюда. Как ты смеешь атаковать наш транспорт мертвами? Тебе конец. Так, за данные спасибо. Очень хорошо. Подбил транспорт. Переходи к следующему. Как скажешь. Да, какие-то это охранники такие хилые. Ладно, подберем оружие. Давай, я сделаю это. Как ты смеешь атаковать наш транспорт, мерзавец? Тебе конец. Очень хорошо. Ты подбил транспорт. Переходи к следующему. А вот и следующий. Как ты смеешь атаковать наш транспорт, мерзавец? Тебе конец. Братья, уничтожьте транспорт, прежде чем враг получит данные. Очень хорошо. Ты подбил транспорт. Переходи к следующему. Как скажешь. Thank you.
еще немного данных осталось, немного. Капелька. Очень хорошо. Ты подбил транспорт. Переходи к следующему. Так, ну и остался последний. Данные будут собраны сейчас. Очень хорошо. Данные у меня. А теперь отправляйся в банк и позвони мне, как только будешь там. Как скажешь. Раз надо, тогда отправляемся в банк. Фух. А в этом нам поможет эта труба. А вот мы и в банке. Быстро и четко добрались. Так, и что же от нас хотят? А, позвонить, да, точно. Позвонить. Интересно, почему именно из банка? Что, я должен в банке что-то сделать? Ладно, неважно. Сейчас все узнаю. Зачем портить интригу, а? Интрига это хорошо. Так. Еще один проход. И нам надо в него, походу. И теперь сюда. Блин, реально, какое же огромное здание, да? Просто огромное. Просто. А вот и наш коммуникатор. Алло? Достать данные оказалось несложно. Эти чиновники слабые противники. Еще один кусок необходимых мне данных находится у клана чиновников «Сила цветов». В компьютерах каждого из трех членов клана находится часть этого куска данных. Ты должен скачать все три части. Помни, что как только ты начнешь, члены «Силы цветов» постарается остановить загрузку и испортить данные. О, ну что ж за капец-то у нас, а? Ну ладно, постараемся эти данные собрать. Ясно. Давай. Посмотрим, получится ли у нас с первой попытки. А для этого мы сохранимся. Для начала. Братья, крадут нашу информацию. Остановите загрузку. Фиг тебе. Я успею все скачать. Понял. А вот они что делают. Эй, не приставай ко мне, я занят. Так, и как же мне сделать так? Ага, я, кажись, понял. Давайте-ка снова станем супер скоростным и с помощью замедления времени активируем все, что нам нужно. Братья, крадут нашу информацию. Остановите загрузку. Так, не уверен, что я прав, но мало ли. Братья, крадут нашу информацию. Остановите загрузку. Thank you.
Братья! Крадут нашу информацию! Остановите загрузку! Так, походу этот способ мне не особо помог. Надо избавиться от этих. Братья, крадут нашу информацию. Да. Остановите загрузку. Придется их уничтожить. Справился. Теперь отправляйся в торговый район и позвони мне оттуда. Полиция! Итак, зрители и подписчики, у меня наконец-таки получилось это сделать, как вы уже заметили. Правда, сделал я это вне записи, так как это оказалось не так просто, как показалось на первый взгляд, собственно. Но... для того, чтобы успешно... я не знаю, я сделал по своему способу, но расскажу как. Короче, как вы поняли, я поднял тревогу. Вот, и все из-за того, что я убивал этих чиновников, то есть каждый раз, когда я подхожу к компьютеру и его активирую, они садятся за него и исправляют мой взлом. Поэтому, собственно, я их убиваю, взламываю быстро компьютеры, и если кто-то из них к ним подходит, уничтожаю. Ну и вот, если правильно все это рассчитать и успеть, то вот так вот все три компьютера будут взломаны. Ну, а теперь мы выполнили это задание, и что нам нужно? А, позвонить снова. Ну, раз нужно, давайте позвоним. Разве это сложно? Так, я брожу по этому банку. Туда-сюда. Куда мне идти-то нужно? А то я в спешке тут замотался. Так, я что, круг сделал? Ладно, неважно. Давайте просто найдем отсюда выход. Так, выход, выход, я хочу тебя найти. Пожалуйста, покажись мне. А вот и выход. Долбаные банкиры. Шоп вас. Торговый район. Отправляемся.